Время новостей на городском телеканале в студии Анна Егоршина. Добрый вечер. Прямо сейчас о самых значимых событиях к этому часу, но прежде коротко о главном. Подъезд как новенький. Ремонт нам в целом очень понравился, потому что мы вдвоем с Валентиной Владимировной разрабатывали концепцию и, в принципе, нашли общие точки соприкосновения. Управляющая компания УРЭО номер 6 «Южный» завершила программу ремонта на этот год. Будут бороться за медали. Я сейчас очень рада тому, что я занимаюсь с девочками, со своим коллективом, что я представляю город Реутов, вещаю его честь. Команда гимнасток из Реутова готовится к всероссийскому первенству. И боевая ничья. Реутовская хоккейная команда принимала на своем поле Ивантеевку. А теперь об этих и других новостях подробнее. Управляющая компания «РЭО номер 6 «Южный» в этом году отремонтировала 24 подъезда в 7 многоквартирных домах. Работы закончены полностью, они обошлись компании недешево. Например, на ремонт 4 парадных в 56-м доме на Юбилейном проспекте потратили больше 3 миллионов рублей. Принимают ремонт жители, а есть ли претензии, за процессом согласования наблюдал наш корреспондент Дарья Агалакова. Ольга Алексеевна, завершили ремонт, наконец-то ремонтировали 2 месяца. Все ваши пожелания учтены. Под контролем проходил текущий ремонт. Жительница 56-го дома на Юбилейном проспекте Ольга Крайнова ремонтом в парадной довольна. Управляющая компания прислушалась ко всем ее пожеланиям. В местах общего пользования уложили разноцветную плитку, установили энергосберегающие светильники и покрасили стены в трендовые оттенки. Ну, ремонт нам в целом очень понравился, потому что мы вдвоем с Валентиной Владимировной разрабатывали концепцию и, в принципе, нашли общие точки соприкосновения, и она воплотила в жизнь, в принципе, наши идеи. Конечно, в будущем мы будем сохранять эту чистоту, этот уют и что-то дополнять. Свежо, светло и модно стало в подъезде. Качество выполненных работ председатель совета дома проверяет на всех 14 этажах. Замечаний нет. В рамках областной программы «Мой комфортный подъезд» на преображение парадной управляющая компания потратила около 1 000 000 рублей. Очень хорошо, что вот у нас на этажах вот эти окна, они плотно закрыты и тем более вот не пропускают холод. Растениям замечательно хорошо. Освещение теперь такое мощное и достаточно и вечернее время. И очень хорошо, что вот все-таки положили линолеум. Это очень удобно. Новые в подъезде не только окна и линолеум, но и батареи. Теперь жителям не страшны даже самые сильные морозы. Во всех подъездах по всем этажам восстановлены экраны отопительных приборов. Поэтому в этом плане у нас сегодня подъезды соответствуют всем нормативным требованиям. На ремонт парадной этого дома ушла пара месяцев. Всего УК «РЭУ-6 «Южный» в этом году преобразила 24 подъезда в многоквартирных домах. График работ на 2020 год уже тоже сформирован. Отремонтируют еще 7 домов. Дарья Галакова, Александр Попов, телеканал «Реутов». Станислав Катров провел личный прием жителей города. Надежда Силкина и Виктория Громова, проживающие на Юбилейном проспекте, обратились к главе по вопросу установки шумозащитных экранов вдоль железной дороги. Также женщины беспокоят увеличение автомобильного потока во дворе. Станислав Катров заявил, что эта тема находится на особом контроле, и совместно с РЖД они ищут варианты решения. Также на приеме у главы жители затронули тему развития зимних видов спорта в городском округе, в частности, возможность использования велодорожек на Фабричном пруду в качестве трассы для занятий лыжников. Для принятия такого решения необходимо узнать мнение большинства, поэтому вскоре на официальной странице администрации Реутова в социальных сетях будет проведен опрос. Далее наш выпуск продолжит обзор основных событий региона, а затем мы вновь вернемся к городским темам. Более 2500 человек в Подмосковье переедут из аварийного жилья в новое до конца этого года. В рамках госпрограммы Московской области планируется расселить более 1000 жилых помещений общей площадью свыше 24 тысяч квадратных метров. Таким образом, в новое комфортабельное жилье смогут переехать более 2500 граждан. 365 свидетельств по программе «Социальная ипотека» выдадут в Подмосковье в 2020 году. По губернаторской программе «Социальная ипотека» с 2016 года правительство Московской области выплачивает основную часть кредита, а участнику остается только выплатить проценты. Свидетельства получили уже 950 врачей, 400 молодых ученых и уникальных специалистов, более 200 учителей и 30 тренеров.
Долги жителей Подмосковья за жилищно-коммунальные услуги значительно сократились. Общий долг за коммунальные услуги снизился почти на 4 миллиарда рублей. Сейчас жители региона в общем должны коммунальщикам и ресурсным организациям 26 миллиардов 700 миллионов рублей. Возвращают люди долги и за вывоз мусора. С начала ноября пользователи услуги обращения с твердыми бытовыми отходами вернули операторам по вывозу мусора около 260 миллионов. Больше 1600 елок и почти 700 катков появится этой зимой в Подмосковье. Также будут обустроены 430 мест массовых мероприятий. Это площади, скверы, аллеи, бульвары. Еще зимой в Подмосковье обустроят 84 лыжные трассы, 248 горок для катания на санках и тюбингах, 93 ярмарки и 149 пунктов питания. Накануне Реутовский экспериментальный завод средств протезирования отметил юбилей. История завода началась 75 лет назад, и сегодня он один из лидирующих предприятий своего профиля в России. Продукция ортопедического завода Реутова широко известна не только в нашей стране, но и в странах СНГ, а также в Испании и Болгарии, куда налажен постоянный экспорт. Я хочу сказать огромные слова благодарности каждому из вас, потому что каждый из вас на своем месте выполняет ту ответственную и важную работу, который является залогом качества той продукции, которую вы производите. Станислав Катров поздравил всех сотрудников с юбилеем, а лучших работников по традиции наградили. Завод будет развиваться, и скоро к изделиям из резины и пластмассы добавятся протезы и компоненты из металла. А это уже и другой уровень производства, и новые возможности, и новые рынки сбыта. Реутовская хоккейная команда «Айспро» сыграла в ничью с коллективом из Ивантеевки в рамках третьего тура любительской хоккейной лиги Московской области. По ходу матча реутовская команда проигрывала 1-4, но на последних минутах третьего периода смогла сравнять счет. Команда у нас молодая, сформирована была только в начале ноября. В ее составе играют представители разных профессий, в том числе и сотрудники администрации городского округа. Наши соперники в первенстве Московской области – это команды из Балашихи, Ивантеевки, Королева, Мытищ и других ближайших подмосковных городов. Следующий матч наши хоккеисты проведут 28 ноября. Мы на домашнем льду Реутов-арены будем принимать команду 7-62 из Мытищ. Реутовская команда по эстетической гимнастике «Аннабель Камелия» завоевала право на участие во всероссийских соревнованиях «Надежды России». Турнир пройдет 6-9 декабря в Ростове-на-Дону. Для девочек это большая честь бороться за звание сильнейшей команды России. Сейчас они усиленно готовят эффектную яркую программу, а какими элементами девочки планируют покорить строгое жюри, соревнований расскажут наши корреспонденты. И вдох, и раз, резко нога вылетает, стоп. Вот это качание убрать, Полин. Проверяем руки на одном уровне. Еще раз делаем, лопатки собирай. Грудная клетка вперед, нога до шпагата. Для капитана команды «Аннабель Камелия» Полины Бокша эстетическая гимнастика не просто хобби. Это труд, причем нелегкий. Спортом она занимается уже 8 лет. Тренироваться приходится каждый день и по несколько часов. Особенно сейчас, в преддверии серьезных состязаний. В декабре ее команда представит Подмосковье во всероссийских соревнованиях «Надежды России». Ответственность колоссальная. Я сейчас очень рада тому, что я занимаюсь с девочками, со своим коллективом, что я представляю город Реутов, вещаю его честь. На костюме у нас изображена сова. Она как одинокий зверь, хищник, ночной зверь. Ее полет мы хотим изобразить в упражнении. Пошли на Леру внимательно смотрим. Сейчас медленно делаем. Собираем ноги. И раз, по Лере глаза, лоб в пол, пятки зажаты. И вместе с Лерой два. И плавно переходим. Три. Рассказать историю без слов – вот основная задача гимнасток. Новую программу выступления команда «Аннабель Камелия» продумывает до мельчайших деталей. Кстати, девочки уже хорошо показали себя на межрегиональных турнирах. Взяли золото на чемпионате Московской области в Раменском. Мы всегда боремся за самые успешные, самые высокие награды. Всегда стремимся к самым лучшим результатам на соревнованиях. Поэтому на каждой тренировке дети знают, что они должны работать в полную силу и быть к себе, прежде всего, очень требовательными. Отточенная техника и яркая программа – вот залог успеха команды «Аннабель Камелия». Всего в спортивной школе эстетической гимнастикой сейчас занимается 38 девочек. Многие из многодетных семей. Занятия проводятся бесплатно. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал «Реутов».
Наша телекомпания продолжает собирать лучшие работы на фотоконкурс «Реутов ЕСТ». Напомню, конкурс проходит в социальных сетях, и у каждого участника есть возможность выиграть ценный приз. Если вы умеете и любите готовить, этот конкурс для вас. Все просто: сфотографируйте свой завтрак, обед, полдник или ужин, выложите фото в Инстаграм с хэштегом «Реутов ЕСТ» и подпишитесь на наш телеканал в Инстаграме. Его название сейчас на экране. И совсем не важно, что вы приготовите – борщ, котлеты, шаурму или более изысканные блюда – все равно вы сможете претендовать на главный приз – мультиварку. Конкурс продлится до 23 декабря. И еще раз отмечу, фото ваших кулинарных шедевров нужно разместить в Инстаграме с хэштегом «Реутов ЕСТ». А победителей мы объявим 25 декабря. Подмосковье ожидает резкое снижение атмосферного давления. Уже к пятнице давление может упасть до отметки 732 мм, что на 15 единиц ниже нормы. Понижение давления может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых людей, поэтому врачи просят их быть внимательнее и при необходимости принять все прописанные препараты. А наши корреспонденты на улицах города выясняли сегодня, как реутовчане справляются с перепадами давления осенью и в начале зимы. Принимаю таблеточки разные. Так спасаюсь, да. Стараюсь ходить помедленнее, вот и все. Стараюсь плавать, стараюсь заниматься спортом. Я принимаю постоянно таблетки от давления. А так вот нормально, в принципе. Когда низкое давление, хуже переношу, а когда высокое, лучше. Без таблеток, наверное, уже в этом возрасте никак. Да, конечно. Вот вчера, допустим, вчера это было с утра низкое давление, ну, а вечером уже повысилось, поэтому... Сложно, конечно. Понижение давления принесет небольшое потепление осадки, а к концу недели в Подмосковье ожидается небольшой снег. И в конце выпуска коротко о погоде на завтра. Утро вторника, по сообщению синоптиков Гисметео, будет без осадков. Температура около 10 градусов мороза. Днем погода начнет меняться и потеплеет до минус 3. Солнце закроет плотные облака. Вечером тоже 3 градуса ниже нуля без осадков, а ночью минус 2, и к утру возможен небольшой снегопад. И осталось лишь напомнить, если у вас есть новости, расскажите о них нам по телефону 791-8802. Также можно прислать сообщение на наш электронный адрес tvreutov@gmail.com. В студии работала Анна Егоршина. Всем хорошего вечера и до новых встреч в эфире.